Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Ну что ж, я продолжаю цикл «Цепь событий в истории». Что же интересного было в этот день 16 апреля? Итак, 16 апреля 1797 года произошла коронация императора Всероссийского Павла I и императрицы Марии Федоровны. И в этот же день издан манифест о трехдневной барщине, а также установлен орден Святой Анны. То есть вот вам и барщина, и вот вам и орден. В 1705 году на Туманном Альбионе королева Великобритании Анна произвела Исаака Ньютона в рыцари. Ну, я надеюсь, вы все хорошо помните его три закона Ньютона. Великий человек был. В 1898 году вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького. Какое произведение я у него люблю, спросите вы? Ну, наверное, все-таки «Васса Железнова». И фильм этот люблю. В главной роли Инна Чурикова, «Царство ей небесное», «Вечный покой». В 1889 году в Одессе открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Ну, он любил Одессу. Много у него стихотворений, посвященных морю, солнцу и самой Одессе. В 2003 году тех, кто помнит, игры НБА показывали по одному из ведущих каналов еще в те далекие 90-е. Игру Майкла Джордана, который играл в НБА. Вот в этот день он закончил свою карьеру. Сегодня был последний матч в НБА. Яркий игрок, самый результативный баскетболист. Ну, в общем, отметили мы и это в его заслугу 16 апреля. И в 2004 году на звонницу Троицы Сергиевой Лавры поднят новый царь-колокол. Как актуально! Всех еще раз поздравляю с праздником Святой Пасхи, всех православных христиан России и мира. Христос воскресе!